Мур, привет, друг, это Зверько, и обновление 1.4.74. Ранее рассказывал о реворках Зелонга, Мии и Эйдоры. Ссылка на видео будет в подсказке, вот тут справа сверху. Теперь что по самой обнове. 1 мая будет доступен скин звездного участника на Грейнджера, Биосолдат. А 4 мая можно будет выиграть в коробке новый облик на Сирену, Вспышка Молнии. Изменения героев. Неожиданно, да? Без рекламы. Попполь и Куппа. Немного сократили каст анимации второго навыка. К слову о том, что какой-то токсичный в комментах не понимал, насколько важный это показатель – скорость анимации. Если вдруг еще такие есть, поясняю. Если анимация 0,1 секунды, ты применишь навык и вернешься от хука Франка, например. А если каст занимает целую секунду, то даже применить свой навык не успеешь, как тебя захапают. Теперь, когда разобрались, дальше. Исправили баг, когда Купа не воскрешался через навык, после воскрешения Пополя предметом бессмертия. Я же говорил, предмет для него вредный. Исправили проблему, когда Купа не получал бонусов от предметов, либо не срабатывала продажа в тех или иных случаях. Чонг. Персонаж на тестовом сервере. Тут длинная история переименования, достаточно скучная, и собирались его назвать Ю Зонг. И русский отдел переводчиков заявил: «Пошли вы нахуй!» И оставили Чонга. Базовое ХП увеличили на 100 единиц, физическую защиту на 5 единиц, прирост здоровья на 10 единиц. Пассивка. Обещали убрать из пассивки вампиризм, но я вижу, он регенит. И вообще, описание не соответствует тому, как работает сейчас. В общем, сейчас, пока пассивка кошмарит врага, ты получаешь бонусы, исцеление, восстановление энергии и ускорение бега на 40%. А по описанию ты должен получать эти плюшки после смерти врага, которого заколбасило проклятием. Первый навык – сократили перезарядку на 1 секунду для всех уровней. Второй навык – перестал передвигать цели. Однако отталкивание поставили в автоатаку, которая заряжается, если в кого-то попадешь вторым навыком. Чем больше меток на противнике, тем выше урон. Ульта. Форма черного дракона теперь длится дольше на 1 секунду. Ни разу не имба, да? Ссылку на полный обзор тоже оставлю в описании, да и в комментариях. Реворкнутый Ли Сун Син на тестовом. Базовую атаку увеличили на 10 единиц. Скорость бега уменьшили на 10 единиц для всех уровней. Так себе обмен. Пассивка. Порезали бонусы к скорости перемещения. Начальную скорость на корабле черепахи уменьшили с 80 до 60%. Остаточную скорость уменьшили с 20 до 15%. Бонус к скорости после второго заряженного удара уменьшили с 25 до 15%. Урон второй заряженной атаки увеличили с 55% до 60%. Второй навык. Урон от удара мечом уменьшили до стартового урона выстрелом, но физический бонус увеличили с 80 до 100%. Кроме того, раньше зарядка давала сверху 150% бонусом, а теперь будет все 200%. Однако, первый навык до сих пор быстро перезаряжается и скорости хватает. Ло И. Персонаж на тестовом сервере. Прирост ХП увеличили на 20 для всех уровней. Ну прям расщедрились. Либо опечатка. Пассивка. Общий урон комбинации уменьшен на 11%. Увеличили на 11% размер щита. Бонус к скорости бега был 25%, а будет 30%. И длительность этого эффекта теперь аж 2 секунды. Первый навык. Урон увеличили на 50 для всех уровней. И все равно, это остается костылями для упрощенного перса. Фрея. Первый навык. Теперь использует лишь один заряд для прыжка. Расстояние прыжка увеличено. Ульта. Расстояние атаки увеличено. Ван-Ван. Исправили баг, когда можно было обузить бесконечную битву, нажимая на неактивный скилл ульты. Тамус. Исправили баг, когда Тамус мог бросить косы дважды, в редких случаях. Линк. Оптимизировали анимацию ульты в бою. Наталья. Прирост урона уменьшен с 10,5 до 8,75. Коэффициент скорости атаки уменьшили с 80% до 60%. Ого, они там с бамбука рухнули, что ли? Чу. Пассивка.
урон заряженной атаки уменьшили с 200% до 180%. Хеллкарт. Второй навык. Уменьшили урон каждого шипа на 40 для всех уровней. Заск. Второй навык. Базовый урон уменьшен и теперь 300 на первом и 540 на четвертом уровне. Сила заклинания у Индика уменьшена в тех же пропорциях. Третий навык. Базовый урон ранее начинался со 140, теперь будет 110. На четвертом уровне, как прежде, 200. А теперь инфа для тех, кто смотрит до конца видео и слушает внимательно. Конкурс на 500 алмазов. Тебе нужно быть подписанным на этот канал и на канал Голоса Зверько, а также поделиться этим видео. Теперь не надо оставлять даже ID. Я выберу случайный комментарий со смысленным текстом и попробую связаться с комментатором. Посмотрим, как пройдет такой конкурс. На этом все. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok.